Очень эффектный и необычный узор для вязания на вязальной машине. За счет протяжек полотно получается плотным и хорошо держит форму, поэтому больше подходит для теплых вещей. Если вы хотите легкие изделия, основную нить стоит выбирать тонкую. Разбор игл. 5 в рабочем положении, 1 в переднем. Провязываем по 2 ряда. 2 ряда основы рабочей пряжи, синий, 2 ряда узора отделочной, желтый. Если у вашей вязальной машины, как у меня, нет функции провязывания только выставленных в переднее положение игл, выполняем узор по принципу ручного жаккарда. Ставим все иглы в переднее положение, каждую шестую иглу с накидами для узора в рабочее положение и провязываем 2 ряда. После провязывания подправьте желтые петли и на всех иглах 2 ряда рабочей пряжи синего цвета. Надеваем накиды на среднюю иглу узора. И повторяем сначала разбор под жаккард, все иглы в переднее положение, иглы с накидами в рабочее, 2 ряда желтой пряжи. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить другие видео по машинному вязанию.